Первая говорящая чихуахуа Софи. Привет! С вами снова говорящая чихуахуа Софи из Таиланда. И по сути это продолжение видео про ветеринарный госпиталь Косицар в Хуахине. В прошлом видео я показала сам госпиталь, а сегодня расскажу про свое обследование, диагноз, а также их последствия. Итак, как я говорила раньше, после регистрации по личной пластиковой карте, каждую собачку перед приемом взвешивают и меряют ей температуру. Затем в кабинете вас встречает симпатичный тайский доктор, который делает полный осмотр и слушает ваши жалобы, если они есть. Сказала, что я не очень хорошо себя чувствую после течки, и тогда врач сказал, что нужно взять анализ крови и мазок. Анализы должны были быть готовы через полчаса. Я пока сходила в туалет, погуляла по госпиталю. Ну, про то, что кругом чистота и порядок, я уже вам рассказывала. А через полчаса, когда анализы были готовы, врач сказал, что ему нужно посмотреть меня на УЗИ. Я, конечно, занервничала, но все прошло хорошо. Мне побрили животик и сделали настоящее УЗИ. Докторы двуногие о чем-то долго совещались, а потом я узнала, что мне необходимо сделать операцию по стерилизации, так как доктор сказал, что возможно развитие пиометры, а это очень страшное заболевание и от него можно умереть, поэтому операцию нужно было делать чем скорее, тем лучше. Я, конечно, немного расстроилась, но что делать? Мы пошли в аптеку и кассу, нам выдали некоторые лекарства и витамины, и мы поехали домой. Операцию назначили на следующий день, и до нее нельзя было пить и есть за 8 часов. Дома мои двуногие успокоили меня и сказали, что все будет хорошо, и я буду здорова, и на следующий день я уже не так боялась. Немного подождали, а затем пошли в операционную. Там доктор меня осмотрела еще раз, и мне сделали укол успокоительного. Операцию в специальное помещение, и мои двуногие чуть ли не плакали, когда смотрели на меня через окно. Я тоже немножко грустила, но старалась вести себя хорошо, чтобы они не нервничали. Потом их увели, и я увидела их только после операции. А что было на самой операции, я не помню, видимо, на меня подействовал наркоз. Когда меня встречали. Мы снова получили свои лекарства и поехали домой. Потом я ездила несколько дней подряд в госпиталь на капельницу и перевязки, а в последний день меня снова взяли все анализы, сняли швы и сказали, что я здорова. Я так была рада в последний день, что не нужно больше делать никакие процедуры, капельницы, что швы сняли, что теперь у меня снова красивый животик. Правда, еще чуть-чуть придется попить таблетки, но вот так, благодаря тайским врачам и моим двуногим, я избежала страшной болезни пиометры, и теперь я стерилизованная собачка, и у меня больше не будет течек. Ура! Спасибо вам за внимание, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, вступайте в мои группы ВКонтакте, и будет вам счастье. Пока-пока!